Друзья, всем привет! Сегодня у нас 28 апреля 2024 год. Сейчас буду вот высаживать кактус такой комнатный. Название, честно сказать, не знаю. Цветет, по-моему, желтым. В том году цвел. И он собирается, ранее закладывает цвести. Детки. Вот они. Корни. Буду высаживать в открытый грунт. В огород. Еще кое-что буду. Красу хочу. Вот она. Корал. Тоже высадить. Деревья у меня уже тут некоторые посажены. Так что и думаю снять. Может, кому интересно будет. Сейчас телефон поставлю на штатив. Вроде видно. Ага. Что-то тут растет еще. Много может что-нибудь расти под землей этой. Да так. Присыпали сверху понемногу. Сейчас я добавлю тут. Перемешу. Грунт такой плодородный сделал. С удобрениями, с перегноем, чтобы не просто так в обычный пустой посадить. Так. Здесь видно, наверное, сейчас. Так, наверное, виднее будет. Не хочет вылазить. Ай-яй-яй, как больно. Ай-яй-яй. Такие. Так, это не корни, это у меня, по-моему, мох сфагнум внизу лежал. Кажется мне, если мне не изменяет память. Ну, я вот так вот сделаю сейчас. Да, это, по-моему, мох сфагнум. Освободить от старого всего этого. А это у меня, по-моему, личуза. Ну да. Колется, зараза. Вон еще детка вроде, вот она. Видно? Надеюсь, видно. Так. Сейчас это так вот. Руками, прям без перчаток. Фу! Грязь под ногтями. Ай, фу! Фу, какая отвратительная гадость. Так, углубление. Так как же ж ты колешься, зараза? Так. Потом, я думаю, при поливе земля осядет, еще надо будет чуть-чуть. Ай-яй-яй. Подсыпать. Ну, это не точно. Вот такая красота получилась. Так, ну а сюда хочу вот красовый корал высадить. Думаю, будет красиво. Вот мне сейчас и пригодится моя скамейка, которую недавно покупал. Но она уже боевое крещение прошло. У нее она это день у меня отработала на рыбалке. Мы ездили, я прям целый день на ней пользовался, я сидел, так нормально, все целое. А для как она будет сейчас мне помогать? Вот так вот раз
перевернул. И не на коленях, не на асфальте. И все классно. Хочу показать вам, какую землю буду сажать. Тут коврик. Вот этот, забыл, как он называется. Это говорили, но не помню. Разросся этот. Вот сейчас его вырублю тут. Насыплю плодородной земли. А потом будет результат виден. Сейчас, секунду. Так, ну вот насыпал. Сейчас перемещу. Все это перемешу. Перемещу, что за слово. И тогда продолжу. Продолжу. Так, вытащить надо. Ой, друзья, тут это сегодня видео там попалось в интернете. Как девушка там обрабатывала растения одни. От клеща, от гнили, от профилактики. Ну там для профилактики туда-сюда. И это. Чем она там? Санмайт. От клеща, по-моему, у нее был. А этот как его? Привикур. От гнили. И вот она. Я, у меня, это, ну, у меня слов нету сейчас, как говорит, как. А, короче, она сказала, когда вы обрабатываете клеща, ну, уже большие особи, да, они там это погибли. Может, он не знает, что системных. Все акарициды, они контактные, короче. Но некоторые действуют на клеща, на самого. Ну, уже большую особь, да. Некоторые на личинок, некоторые на яйца, но все не по-разному ну, там, называются. Есть как-то овициды, но это по личинкам, по имаго, по личинкам, там как-то, ну, там углубляться, я точно не помню. Но суть в чем, она говорит, почему я, говорит, обрабатываю от гнилей всяких. Потому что, говорит, когда... Ух ты! Оля! Вот это там корневая! Ух ты! Фух! Ого! Мне, наверное, больше года не пересаживалось. Прям... Ого! И это... Короче, говорит, чтобы... А, как, почему, говорит, от гнили обрабатываю? Как они могут образоваться? Вы, говорит, когда потравили клещей, про больших она ничего не сказала, но, говорит, когда погибают личинки, ну, поняли, да, клещей этих, они могут вызвать гниль. Поэтому я, говорит, обрабатываю привикуром. Ну, это бред. Ну, там, не буду грубить, да, сильно. Это бред какого-то животного. Четвероногого. Женского рода. Полный бред. Вот такая корневая. Ну, еле вырвал. Так что, есть вот такие вот люди, которые говорят, что личинки клеща могут вызвать гниль у вас. Как будто, знаете, их там толпы, стада бегают. Вот был осмокот. Вот пустой. Как будто он там у вас толпа, да, там стадо, прям тысячи личинок, они сгнили, и у вас растение загнило. Гнили вообще бывает. Образовывается не от этого. Совсем не от этого. Так, ладно, все, сейчас дальше. Так. Я не знаю, более подробно, наверное, никто так не снимает пересадки. Если есть такие еще, то, как говорится, вам респект и уважуха, это тяжело очень. Так, это... Притрамбовывать сразу, потому что тяжелое переклоняется. Вроде бы ровно. Ну, а сверху так подсыпать.
Вот. Красота, красота. Фух, что-то уже два посадил, уже тяжеловато. Так, а в полив я буду добавлять вот аминосил для комнатных цветов. На рассаде мне прям понравилось, как он работает. Будем. Я один буду. Что это с будем? Я вообще вот не понимаю, как это. Сейчас будем высаживать цветы. Кто будем? Вы смотрите, я делаю. Как будем? Или пойдемте польем. Блин, как же это меня бесит самого. Я постараюсь уже отходить от этого. Сейчас мы высадим, сейчас мы будем. Это... Я не знаю, объясните мне, почему это так делается, говорится. Так, все, хватит, хорош. Так, инструкция полив. Опрыскивать не надо, удобрить почву и растения получившимся раствором до полного намокания. Так. Так, где-то есть. Так, расход. А вот, 5 мл аминосила разбавить в 1 литр воды. У меня будет этот емкость у меня 2-литровая, значит, естественно, будем делать 10 аминосила на литр воды. 10 это у нас пол вот этого колпачочка, вот этого половинка. Мы будем, мы покажем. Наливаем, опрыскиваем. Буду переливать в эту лейку. Удобнее, потому что носиком тоненьким удобнее поливать. Ну что, пойдемте польем. Так. Это красава корал первая. Кактусята. Если кто название знает, буду рад. Может какой-то там, что там, гимнокалицум какой-то, да? Хотя не гимнокалицум, это другие, по-моему. Я не ошибаюсь. Сейчас питается еще раз. Ну и кактус. Я уже не стал снимать. Так, пересадил. Тоже так сейчас. По кругу. Корни там у него отличные были. Прямо длинные, такие сантиметров 30, наверное. Ну, не стал снимать. Так, ну и полью отростки денежного дерева. Они на солнышке подгорели. Эксперименты провожу. Ну, уже ростики, листочки, ростки новые есть. Недавно сажал, может, недельку назад или когда-то. Как она? Лимифолия. Хавортия, да? Хавортия. Я вечно их путаю. Так, ну что, на сегодня пока хватит. Пойду огородными делами заниматься. А кому интересно результат, подписывайтесь, оставайтесь на канале. Всем лайки, всем комментарии, всем подписка. Всем пока-пока.